Эволюция братиков, 11 серия. Ура, наконец-то мы приехали домой после ютубера-апокалипсиса. Да, согласен, я так устал. И, кстати, я еще забронировал поездку в Сочи. Ура, Сочи! Наконец-то мы хоть куда-то поедем. Так, все, пошли уже собирать вещи. Ну все, теперь можно ехать. Теперь осталось ждать только поезд. Слушай, сколько мы уже едем? Даже не знаю. Но скоро мы уже будем в Сочи. Да, согласен. Слушай, меня что-то придавило. Пойду схожу в туалет. Ты подожди меня тут. Слушай, брат, мы уже что-то долго едем. Ты не подскажешь время? Мы будем только через час. Время, птица. Так, это что? Поезд! Тормоз! Черт, как же больно. Что происходит? Что за херня? Брат, просыпайся, просыпайся. Мы разбились. Срочно! Срочно! Что? Что происходит? Что за черт? И я о том же, братец! Брат, нам нужно найти выживших! А еще мы изучаем новую ситуацию без шефа! Давай проверим вон тот вагон. Смотри, пассажир. Давай его разбудим. Вдруг он еще жив. Эй, пассажир. Мы агенты ФБР.
Ты жив? Мы тебе поможем. Никак не отвечает. Наверное, мертв. Да, реально он мертв. Пошли другой вагон проверим. О, смотри, тут два пассажира. Давай ты разбудишь того, а я вон этого. Эй, очнись, мы агенты ФБР. Ты брони? Или ты чай с сыром? Проснись! Проснись! Эй, пожалуйста, проснись! Мы агенты ФБР! Мы должны спасти вас! Надеюсь, хоть ты жив! Что? Какого черта? Я жив? Что произошло? Брат! Кажется, мы нашли выжившего! Брат, это очень хорошо! А вот мой что-то умер! Так, пройдемте за мной! Хорошо, агент! Ребята! Спасибо, что вы меня спасли! Не за что! Что? Чего? Ты это тоже слышишь? Я это тоже слышу! Пошли, нам нужно узнать, где тиканье. За мной. Смотри, тиканье издается отсюда. Наверное, что-то под землей. Давай это откопаем. Только где мы возьмем лопату? Стоп, откуда ты лопату нашел? Она там валялась. Давай откопаем и узнаем, что внутри. Стой! Что-то железное! Давай досоем это! Давай! Стоп! Это бомба! Нас кто-то хотел убить! Короче, нам нужно вызывать полицию! Пошли скорей! Слушай, давай прямо сейчас я попробую позвонить в полицию! Блин! Нету интернета, черт! Ну что ж, мы застрянем тут навсегда? Наверное, не навсегда. Наверное, нас какое-то время спасут. Ой, я вспомнил! У меня же есть сигнальная ракета! А почему ты раньше не говорил? Никто не спрашивал. Стой! Ты видел, что там что-то красное было? Это же сигнальная ракета! Снижаемся! Надо их спасти! Внимание! На поляне произошло крушение пульта! Пожалуйста, приезжайте побыстрее! Агенты, пройдемте в машину!